Номера для выступлений нужно отбирать, конечно, очень тщательно, потому что в арсенале каждого коллектива есть большое количество номеров, которые коллектив работает у себя дома, на площадках, на каких-то местных мероприятиях, на концертах для родителей, на концертах для администрации и номера, которые вывозятся на конкурс. Конечно же, они должны отличаться. То есть конкурсные номера, есть концертные номера, есть определенные параметры и критерии. Для того, что подойдет маме с папой для умиления, да, не всегда это подойдет именно для высокой оценки на конкурсе. Поэтому, конечно же, хореографы и педагоги должны очень тщательно подходить именно к подготовке конкурса. Они должны продумывать, какие номера они могут повести, чтобы они выглядели более выигрышно и, соответственно, получили высокую оценку, обратную связь, ну и, соответственно, хороший результат. Но прежде всего номера должны быть профессиональными, сюжетными, с идеей. Они должны быть закончены композиционно, но и они должны быть отработаны.